Так, сынок, ты чё шумишь такую рань? Всю семью разбудишь. 4 часа утра. Забыл предупредить. Пап, мы с классом едем на экскурсию. Никуда ты не поедешь. Звонил твой классный руководитель, мистер Либерман. Сказал, что ты себя плохо ведешь, и он тебя с собой не возьмет. Я ему отомщу. Так стоп! Какой бред! Вы понимаете, Гитлер не мог начать Вторую мировую войну в 1900 году. Он ее начал, когда ему было 50 лет. Так. А потом Гитлер в 4 утра без объявления войны напал на... На кого? Большая страна. Я бы даже сказал, империя. Точно! На Римскую империю. Гитлер неожиданно напал на Цезаря. Ну что, не ожидал? Да я вообще охренел. Тогда сдавайся! Что ты сделаешь против моих танков? Что такое танки? Гигантская военная машина на гусеницах. Тигр! Гигантский тигр на гусеницах? Сдаюсь, сдаюсь. Так стоп, какой это бред? Вы понимаете, Цезаря предали и убили. И это произошло намного раньше. Точно, вспомнил. Ну, конечно, Цезаря же расстреляли. Кто мог расстрелять Цезаря? Чекисты. Вы хоть знаете, кто такие чекисты? Чекисты. Чика – это баба. Чекисты – гламурные мужики. Пау-пау-пау. Ауэ! Ну, давайте тогда все это подытожим. Ага. И еще раз повторим. Значит, в 4 утра без объявления войны Гитлер неожиданно напал на Цезаря, а потом Цезаря убили гламурные чекисты. Ага, продолжайте. После того, как Цезаря убили... Гитлер понял, что ему все нипочем, и пошел в крестовый поход. На Трою. Так стоп! Что за бред вы несете? Вы бы сюда еще 300 спартанцев приплели. Ну при чем здесь 300 спартанцев? Это же фильм. Все, забыли. Милошенко, я ставлю вам 2, на пересдачу можете не приходить. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, не надо, я учил. Ну, один последний вопрос. Один, ну, пожалуйста, один вопрос. Хорошо. Я учил. Вы знаете, кто такой Александр Великий? Конечно. Это великий правитель. Так. Ну, это его потом прозвали Александр Великий. Да. Как его звали? Александр. Так. Напал на персов. А он долго правил? Ну, достаточно долго. Александр долго правил. Лукашенко! Вперед на персов! Почему слоны, как истуканы? Кидайте персов картошкой! Ага. А вот чисто интересно, и кто же правил персами? Персидский кот. Кот. Ну, не ковер же. Ага.